нас небольшое фермерское хозяйство. У нас где-то гектаров 10 овощей, наверное, вот мы выращиваем. И вот здесь хороший способ их реально реализовать по нормальным ценам. Где-то с миллион, наверное, наша выручка. У каждого пчеловода сегодня есть проблема с реализацией меда. Вот. И нам как бы вот эта ярмарка сопутствует, помогает. Радость от прибыли для одних оборачивается испытанием для других. У Михаила Щекотихина после каждых выходных портится настроение. У его дома на приборостроительной по понедельникам куча мусора. Само мероприятие ярмарка, как бы идея хорошая, все правильно сделано, но организация, как всегда, у нас страдает. У нас мусорка вот здесь вот рядом. Ну, считайте, чуть не неделю стоит потом после этой ярмарки. Ответственные за торговлю уверяют, за чистотой и порядком следим в оба глаза. Мусор этот весь вывозится, а дополнительно заместитель руководителя еще лично объезжает все площадки. Поэтому эти вопросы у нас находятся на постоянном контроле. Вот. Кроме того, вы знаете, что по поручению губернатора у нас была создана и такая дежурная группа. Нарекания у людей вызывает и обилие машин. На выходных транспорт блокирует переход близ 19-й гимназии и ближайшие проезды. Без штрафов не обходится ни дня. Мало того, что стоят возле пешеходного перехода, когда час пик, торгуют, прямо стоят на этом пешеходном переходе. У нас есть такие моменты на приборы строительные, вот, но, понимаете, в сезон как бы... Как сейчас у нас сезон уборки, мы все-таки должны дать, наверное, всем желающим реализовать свою продукцию, выращенную свою продукцию. 2 года назад по этим совокупным причинам ярмарку едва не закрыли, отстояли ее покупатели. Но в этот раз недовольных много, хотя большинство просит место торговли не убирать, а всего лишь навести порядок. Цены удовлетворяют, товар тоже. Закрывать не надо, удобно. На целую неделю покупаю товар, и мне хватает на 1000 рублей на неделю. Впрочем, если поток негодования сыграет против ярмарки, без места ее продавцы не останутся. Вопрос о возможном переносе площадки на улицу Лескова рассматривается в правительстве области.